Уважаемый Алексей Ильич, из уст священника услышала о понятии телегонии. Название сомневаюсь. Суть его заключается в том, что если женщина имела внебрачную связь с неким мужчиной, то даже не родив от него ребенка, может в старости, во внуках и правнуках своих получить гены и внешнее сходство именно с тем мужчиной. Да. Ваше отношение. Я слышал об этом, но вы знаете, до сих пор я не уверен, что все это так. Потому что я спрашиваю одних биологов, они говорят, да-да, другие, нет. Я до сих пор не знаю, да или нет. Есть такие подобные вещи, которые имеют место с животными. Например, есть такое. Но в отношении человека я не знаю. Поэтому в данном случае я к этому отношусь, знаете как? Так, как святые отцы сказали относиться, кстати, это очень, очень важно всем нам знать, относиться к тем вещам религиозного и духовного порядка, к тем людям, о которых нам говорят, или что они прям святые, прозорливцы, пророки и чудотворцы, или что-нибудь наоборот, когда я не знаю, как быть. Ну, не знаю, как оценить этот факт. Знаете, какой они дали прекрасный, великий совет? Не хули и не принимай. Не хули, а вдруг действительно это так? И не принимай, а вдруг это ошибка? Вот в отношении к телегонии я вот так и отношусь.